Здравствуйте. Добрый день. Это вы, Альберт? Да, чем могу помочь? Мы из уголовного розыска, к сожалению, с плохими новостями. Что-то произошло? Ингу Бригинец убили. Значит, Ингу убили. Какая жалость. Она мне нравилась. А в каких отношениях вы были с мачехой Инги, Ириной Петровной? Самых тесных. Мы с Ирой любим друг друга. Ну, у вас же большая разница в возрасте. И что с того? Опытные женщины – моя слабость. А Ира дала бы фору многим молодым дурехам. Между нами говоря, в постели просто огонь. Скажите, а где вы были вчера с 10 до 11 вечера? Здесь. Здесь, в театре? Да, мы давали Соломею, я танцевал. Скажите, а во сколько начался и закончился спектакль? Начался в 8:30, а закончился в 11. И все это время вы были на сцене? Да, конечно. И кто может это подтвердить? Моя труппа и зрительный зал. Простите, господа, я спешу. До свидания. До свидания.